19 мая. Сегодня будем поздравлять Кристину Данюхой. Вот проезжаем кроссов, едем с Венецией. Вот дорога с Венецией. Voglio andare a vivere in campagna. Voglio la rugiada che mi bagna. Ma vivo qui in città e non mi piace più. In questo traffico bestiale la solitudine ti assale e ti butta giù. Che bella la mia gioventù. Voglio ritornare alla campagna. Voglio zappare la terra e fare legna. Ma vivo qui in città, che fredda sta tribù. Non si può più comunicare, qui non si può più respirare, il cielo non è più blu. E io non mi diverto più. Al mio paese si balla, si balla, si balla. Questa notte un po' gitana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa. Tutti in piazza ad affacciati alla finestra. È un sogno e niente più. Che bella la mia gioventù. Io che sono nato in campagna. Ricordo nonno Silvio e la vendemmia. Ma vivo qui in città, dove sei nata tu. Fra la nevrosi generale, la confusione che ti assale ti butta giù. E io non mi divento più. C'è festa, che festa, che festa. Tutti in piazza da facciati alla finestra. Qui voglio il mio paese, la chiesa, le case e la maestra che coltiva le sue rose. Qui voglio il mio paese, la vecchia corriera che risaliva le Сегодня 20 мая. Как-то мы сегодня везде забастовки на транспорте, но поезда как-то работают. Мы смогли купить билеты. Едем в Венецию. Вот наше отправление. 10 минут ехать. 20 минут. Нет. А поездок-то маленький? Нет. Что, надо маску? Да. У меня нету. А что надо? Венеция, бэйби. Так выглядит Венеция. Я не помню этого моста, ты? Мы на нем не были. Ну, то правильно. Нам бы еще эти руки найти. Какие руки? Руки. Мост с руками. А это Венеция, да. Это здесь, кстати, Венеция, да. Эй. Так выглядит вокзал. И сразу выходишь, и тут такое это...
Но мы проезжали, Волчонок. А, по каналу? Мы оттуда же доехали. Хочу посмотреть, что происходит. Ну, видишь, паблик ездит. Они поняли, что мы хотим отделиться. Так. Ну, если получится, то мы там встретимся, это файн. Ой, какие вот. Да, тут купаться хорошо. Кто хочет нырнуть? А видишь, до скольки вода поднималась? Ну, это когда... Пацанок, когда тут вот это все тут в воде ходят люди? Он тогда, кстати, был, по-моему, на ремонте. Когда это мы были? Или дождь был. 11 лет, да, 11 лет назад мы здесь были. Да, она сказала, что... You can feel the water anyway. Кто это говорит? Чуть-чуть. Strike my ass. Вот сколько... Да, на самом деле. Хочешь кто-то сходить с собой? Я думал, что сегодня будет меньше туристов. Это, наверное, их меньше и есть, да, Долсон? Все, дай секунду запечатлеть. Ай. Вот гондолы отъезжают. Вы уже и на ту сторону? На ту сторону не снимаем. С той стороны. Мы все равно обратно, я думаю, здесь будем подниматься.
Так все это выглядит. Это Гранд Канал. Основная водная артерия Венеции. Ну, вот мы идем, наслаждаемся значит, улочками Венеции. Народу, это сегодня мы все-таки думаем, что сегодня их меньше, потому что из-за забастовки на транспорте, на итальянском, это типа меньше народу прибыло сюда. Но так хочется верить. Вот, гласенок. Спар. Если вот так идешь тут, то тут ты и не знаешь, что мы в Венеции, как бы. Ну да. Пока не увидишь каналы. Поэтому, если будет возможность, мы пройдем куда-то к каналам. Со всех сторон гостиницы. Через каждую дверь уже другая гостиница. Очень много всего. А индустрия вот этого, да, работает на полную. Потому что в конце концов кто-то что-то возьмет. Да. Тебе такую маску с перьями куплю. И куда? На поезде поедешь обратно. А! Да, они же говорят, да, надо носить маски. Вот набор, то, что мы с Галкой любим. Сладенькое и крепенькое. Выбирай, не хочу. Каноли. Целый. Вот твои каноли, да. Вот они. Вот зефиря. А они тут называются меренги. Меренги. Ну, это безе. Ну, видишь, написано меренги. Ну, да. Но оно не зефир, а безе. Да, безе, безе. Вот тебе с... Да, безе ты на палочке. Это мы так нагуливаем вам аппетит. О, ремень, кстати. Вот мне надо ремешок для таких. Брюк. Язык подставляю, да. Как она вам? А там золотые сливки типа лежат. До шоколада. Вот магазин стекло Мурана. Вот разве что там вот этот. Как его? Аквариум сделан еще симпатичный. Козя. Козя. Так, все, кто нас смотрит, мы сувениров никому не везем. Ну. Потому что не везем.
то придется тогда заполнить весь чемодан для всех, если одними сувенирами. Мы на это пойти не можем. Нет, это была не сам Марк Голсенок, башня. Видишь? Пойдем. Какая площадь, как она называется? Никто не знает. Мы аудиогид, как всегда, не взяли. Зачем? Мы за него заплатили, можно и не брать теперь. Пьеза ди Сан-Джеремия. Как мое произношение вам? Ничего не хочешь? Надо 2 евро заплатить, чтобы туда пройти. Вот так это, как сказать, отгоняют, отпугивают людей, да, Голсенок? Человек и так оставит что-то там, если действительно, как сказать. Не то, что хочет, а, ну, там, свечку или что-то. Ну, да. Чего вы сразу, сначала деньги, а потом уже заходить. Это было нехорошо со стороны святой Жеремии. Вот там Гранд-канал проходит. Мы идем... Пересекаем их ответвление, мы идем по дороге, ну, пытаемся дойти до Сан-Марко, площадь, или пьяцца Сан-Марко. Красивый домик, да? На, поснимай. Заодно, может, и я попробую. Сейчас. Следите на просьбу, на карту. Я про себя. Так мы с Галей выглядели в 22-м году. Такие были счастливые. Да, Галя? Она подула пистолет и сказала «да». Хочу тебя здесь сфотографировать, Голсенок. Вот сюда иди. Сколько грузов привезла баржица, пива всякого, воды, всего.
хотела сфотографировать на свой телефон тот балкончик с флагом. Да, где? А где, кстати, да, я уже забыл тоже. Шли-шли. И я даже не снял на видео. Ну вот тебе, вот. Я думаю, что это украинский цветок. Yes. А, о, тут написано. Пинчук арт-центр. У меня одноклассница фамилия Пинчук была. Пойдем вовнутрь? Или это или там арт-центр? А вы говорите, это Office of President of Ukraine. Виктор Пинчук. Владимир Зеленский. Зеленский президент. Здесь это все? Да. Еще говорят свободу. Так. На, Гонсовый, поснимай. На, поснимай. Напрягает, конечно, с масками. В любое помещение нужно одевать маску. Это чуть-чуть напрягает. И именно здесь, в Венеции. Buongiorno.
Тихо, но играет украинская музыка. Украинская песня. Так, после выставки Виктора Пинчука мы идем куда-то, в подземелье. Окей. Что, налево все идут? А мы направо? А мы направо. Так решила Галя. Что ж у них так с мусорниками напряжёнка? Ты все еще бутылку носишь? Из-под воды. Газированная. О, песик. Песик. Ты чей? Хочешь, можешь наполнить бутылку водой? Ну, туда можешь добавить. Опять вышли на какую-то большую улицу. Я думаю, мы по ней шли с самого начала, да? Может быть. Макдональдс. Значит, цивилизация присутствует. Надо было туда зайти, там же есть, куда выкидывать. Это будет по твоей части. А, да? Тогда идем дальше. Красивые эти. Кораблики.
Hold on one second. I'm sorry. Doing something. Как будто уже вечер, да? Пахнет вкусно везде. Ты хочешь кушать уже? Ну, я готовлю себя морально. Сейчас где-то, я думаю, часов 12. А мы еще ничего не кушали. Тортики. Типа, которые я иногда приношу. Наверное, ты такой хочешь. Look с нями. Looks. Четырнадцать. Морские продукты. Кофемашин. Это очередная красивая площадка. Гажусь там. Лавочка, ты хочешь посидеть? Ну, садись, я пока. Я сейчас вернусь. Куда-то мы выходим, непонятно куда. Что-то большое. Тут только нету. Флаг украинский. Так, сейчас. Побудет. Yes, what? И никуда, никуда нам не деться от этого. Сейчас ты получишь. Я имею в виду везде украинские флаги. Пацанок, иди налево.
Можно набрать воды питьевой. Тут ее много, воды. Я ее сразу глотну, а потом ты еще доберешь. Первый, на мне испытаешь. Так как я упертый и никого не спрашиваю, мы не смотрим телефон, карту, так, поэтому мы заблудились. Я не могу никак выйти на Сан-Марко. Ваше здоровье, говорит Галина Васильевна. Так, ну это не Сан-Марко, но вот, может быть, тут уже поширше, может быть, что-то где-то не. Ничего ни о чем мне не говорит. Sick jewelry.
Оце ціни. Кебаби всякі, вон за 5 євро може бути купити. Сувенірні. Вон здесь аперитив і 3 каких-то булочки, я так понимаю, 10 євро. А піца і дринк 14. Хочу камеру наставлять на Construction века. Кстати, раньше, раньше, 11 лет назад, нас отсюда высадили, мы вышли отсюда. А вот где сели, я не помню, где-то вот там. А когда мы уезжали, уже вот те корабли, которые поплыли. Кстати, вот туда еще, вот, короче, Венеция довольно большая, ее так не пройти. Там далеко какой-то собор. Ну да. Метрополь у них выглядит. Не любишь это слово, да? Поэтому ты его коверкаешь. Тут черным, тут красным. Пацанок, это музыкант? Ну да. Тоже у меня Пизанская башня.
Где-то что-то написано хотя бы. Понравилось ли тебе? Нет, под каждым мостом. Это тюрьма. Ну я тебе говорю, мост дыхания. А он так назывался? Я выглядел 20 мая. Хотелку мы нас Дукали, вот это очередь. Вот это очередь.
Спасибо.